Раненые бойцы и командиры с народным артистом. Очередной рейд. В эту часть прибыла полевая баня. Паром, товарищ Степанов. Четвертому артиллерийскому полку вручается гвардейское знамя. Артиллеристы-гвардейцы, нанося сокрушительные удары фашистам, уничтожили тысячи немецких солдат и офицеров, подавили десятки вражеских батарей и огневых точек. На знамени гвардейцев Ленин взрастила их отчизна-мать. Пароль гвардейцев неизменен. В сражениях только побеждать. В этот торжественный день были особенно сокрушительные удары артиллеристов. Части предстоит выполнение сложной боевой операции.
назначенный час. Самолеты пролетают линию фронта. По вражескому тылу герои-десантники опускаются в намеченных местах. Каждое подразделение немедленно устанавливает связь с командованием десантной части. Каждая группа получает задание. Скрытно совершая входный маневр, автоматчики-лыжники заняли исходное положение. Должен быть выбит из пункта. Бежали, оставляя на поле боя убитых солдат и офицеров. Захваченные вражеские обозы. Приветствует жителей сел, бойцов Красной Армии. Героическая операция наших десантников в тылу врага продолжается, помогая продвижению наших войск вперед на запад.